Всем доброго времени суток, вы на канале Hard Reset Info, это телефон Cyrus CS40, и сейчас я вам покажу, как на этом устройстве узнать номера IMEI и серийный номер телефона. Чтобы узнать только номер IMEI, мы переходим в меню телефона, выбираем набор номера и вписываем звездочка решетка 06 решетка. На экране появляются оба номера IMEI нашего телефона. Мы нажимаем ОК, и теперь как узнать серийный номер. Для этого мы открываем меню, переходим в настройки и спускаемся в самый-самый низ до пункта о телефоне. Здесь мы выбираем общую информацию, и тут мы можем узнать как данные IMEI кода, так и серийный номер вот здесь. И на этом, собственно, все. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и до скорых встреч. Пока!